Иногда бывают релизы, которые все меняют, когда меняются сценарии использования. И в этот раз искусственный интеллект и Copilot становятся вообще неотъемлемой частью продукта. В первую очередь всегда думаем над тем, чтобы любое наше изменение внутри продукта стало эффективным для наших конечных потребителей. Вопрос об опасении к искусственному интеллекту, конечно, существует. Все изменится. Изменится отношение и взаимодействие обычного пользователя с искусственным интеллектом. Реально видя, как сегодня он работает и как сегодня он помогает нам в решении каких-то задач, ну, однозначно, это наше будущее, никак иначе. Искусственный интеллект меняет некоторые профессии, но не убирает и не заменяет людей, а делает их лучшими версиями себя.